с вами с бывшим командиром Аршанского, сегодня одним из руководителей военно-морских сил Украины. Аршанский, скорее всего, идет к нам ремонтироваться. Отремонтирует наш любимый корабль, который мы встречаем с вами каждый год и на День города, и на День Победы. Десантный корабль хороший, большой. И я думаю, что возродить былую славу города военных моряков, ну, будет не так уж плохо. У нас же город невест, поэтому нам нужны морские пехотинцы, офицеры, настоящие мужчины, молодые. Пусть их будет как можно больше. Мы всем поможем. Все, что необходимо, для них сделать. Непростые у них времена. И у нас с вами. Но